Вадя попросил, чтобы ты сначала мне скинула. Это ты, наверное, его этот менеджер? Ну, там, проверить там все. Вдруг я там что-то не то скину, правильно? На проверку, так сказать. А, да? Нет, менеджер Яки, да? Я, может быть, в телегу тогда кину? О каких жопах вы вообще говорите? Пришли, значит. Одной жопы не хватает, вторую жопу. Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не, я так жопу не кидаю. Блин, надо татуировку доделать свою. Мне так нравится эта луна. Я хотела, короче, с этой стороны сделать... Ой, луна, говорю. Солнце. А вот здесь, типа, луну хотела сделать. Ну, думаю, буду как этот, как в тюряге вышедшая. Знаешь, как, типа, вот здесь есть звезды, вот то же самое у меня будет. Как-то ни о чем нам будет выглядеть. Как зэк. Угу. Короче, да, я что-то передумала так делать. Это таксист Жора. На самом деле у меня свой бизнес. А это так, чтоб город лучше узнать. И уже 20 лет он возит людей. Куда прешь, муч? У Планта остановите. Но иногда с ним случаются странные вещи. Что за... Телефон! Че только не придумают. Не-не-не, че за аниме? Забери обратно! Меня пацаны не так поймут! Пацаны поймут правильно. Easy Drop. Ссылка на сайт и промокод в описании ролика. Это не мне жопа. Это не мне жопа. Мне нужна другая. Угу. Фруктоскина не мне жопа. А, он отвечает на комментарии. Блять, что за хуйня? Да, все, я поняла. Там все пишут просто в комментариях. Ну, типа, видимо, не поняли. Да, типа, да мне ВЛС просто жопу. И там все, наверное, писали, типа, про фруктоску или что. Я ведь правильно поняла? Фруктоскина не мне жопа. Блять, научись по-русски писать, ты заебал, блять! Идитит. И нормально и поидитит не смог. Такая мразь. Мразь. Он о том, что ему... Пошел нахуй. Ты что, мразь? Ну ладно, извини, Вадь. Пошел нахуй. Извини, Вадь. Пошел нахуй. Ладно, Вадь, извини. Пошел нахуй. Он извини, Вадь, я больше так не буду, я сейчас... Пошел нахуй! Ладно, Вадь, извини, я не буду, я сейчас скину жопу. Извини, пожалуйста, за все мысли. Пошел нахуй, Вадим, блядь, уебищились. Извини меня, пожалуйста, Вадь, я больше так не буду. Сейчас сам залью жопу Наташе. Да у тебя и нет, блядь, что ты выебываешься? Вот сейчас я могу быть прям вот спокойной. Вот прям максимально на 100% спокойной, потому что у него нет моей жопы, блядь. На 100% уверена. Все, блядь. А, да? А, да! Я, блядь, на 100% уверена. А ты думала, я не умею скринить? А при чем тут скринить, блядь? Ну, если ты заскринил, конечно, блядь, в Дискорде, когда я, блядь, показывала все свои фотографии. Да, я говорила, что, блядь, ну, я показывала просто все свои фотографии. Я вот так, типа, скринила, чтобы вы поняли. Ой, скринила, говорю, скроллила вот так все свои фотографии. Так и дала в ТГ, когда, кому. Вот, и он, возможно, там, типа, ну, как-то заскринил. Да, ну, бля, бог с ним. Там, типа, знаешь, такая маленькая писюлечка. Типа, пусть кидает ее, там никто ничего не развидит даже. Так и дала в ТГ, а потом удалила. Кому? В общей? Не, в общей так и лежит. Вот, а тебе ничего не кидала. Так что давай не пиздеть, давай не пиздеть. Я знаю на 100%, что у него нихуя нет. Я прям на 100% спокойно, вот так вот. Могу сидеть? Давай, раз не байт, кидай. Вадим, чекай ЛС, я кидаю жопу уже. Наташ. Ты чё, блядь? Ты чё, охуел? Я уже скинула, а все уже. Ну, а что ты уебуешься? Ты сейчас реально охуеешь, Наташ. А ты сейчас реально? Не, у тебя тоже ничего нет, так что не пизди давай. А, да? А, да, блядь. Мрази, вонючие, блядь, пердучие, две, блядь, скалопендры. А он пишет, у него тоже есть, ну да. Ничего, у меня есть 4 фото. Да какие 4 фотки, блядь, давай, давай. Наташа, чё ты нервничаешь? А чё ты нервничаешь сразу? Я? Мне вообще похую, я тут сижу, блядь, да? На расщиле, нахуй. Я уверена, что у него нет никаких фотографий, потому что я ему ничего не кидала. Ну ты не кидала, я ему скинул. Чё, охуел, мразь? Наташ, слушай, а тот архив, вот все сессии, которые мы делали на речке, чё с ним делать? А, кстати, у инсайдера тоже есть. Наташ, ты, блядь, держишь, знаешь, и как бы... Если Вадима нет, друзья поддержат, так скажем. Вы чё, блядь, мрази, вы ебаны? Сейчас еще строго, если зайдет, ты вообще выпадешь, нахуй. Там нет, вообще, не блядь, строго. Не, вот строго кидала. Там вообще все фулы, блядь, сейчас залетят, нахуй. Да, нет, строго не такой, нет, строго не такой. Да не, Вадь, давай, давай, давай. Если у тебя есть 4 фотки, давай, кидай, давай. Посмотрим. Давай, давай, давай. Вадим, не байтесь, это плохая идея. Давай. Я уверена, на 100%, я уверена 100%, что у тебя нет фотки моей жопы, и ни у кого нет. Извините, пожалуйста, Наталья. Что? Дело в том, что я адвокат некого человека, не буду называть его здесь, да? Представляю его интересы,
хотел бы уточнить формальность небольшую. Если действительно есть некая фотография, скажем так, даете ли вы добро на ее публикацию и обидитесь ли вы не обижаться? Да нет ее. Ну, нет, еще раз, допустим, в теории, к примеру, она есть. То есть никаких проблем с публикацией не будет, я правильно понимаю? Ну, мир, дружба, жвачка. Будет проблема, нахуй, ему такие, блядь, проблем потом устроим, блядь, ему YouTube заблочат, нахуй. Долбоёб ебаный, сука! А, вот кто репортил. Я выяснил всё, я выяснил. Да нихуя у него нет, блядь. Я уверена 100%, блядь, я не сломаюсь. Если солью на сек, будете делать скрин. Не, не буду. Не, не буду. Да нет у меня нихуя. Да нет у него нихуя. Забейте, блядь. Он просто байтит. Бля, он такой байтер ебаный. Он на 90 лайков вас забайтил, блядь. А тут на жопу пытаются забайтить. Да нет у него ничего, успокойтесь. Да я вижу ТГ, у меня открыт прям. Занервничала, вообще спокойно сижу. Все, давайте не о жопах, блядь. Давайте не о жопах. Давайте перейдем к чему-то хорошему. А что за фотки вообще, о которых он говорит? Мне даже интересно мне. Он реально успел какие-то заскринить фотопленки? Мне даже интересно фотопленки сейчас посмотреть. Сразу нервничать? Да мне пух вообще. Да нет, мне нет. Да нет у меня фоток. Да нет у меня. Скинул? В смысле? Ничего не кидал, блядь. Чего пиздите, блядь? В смысле? Ничего не кидал. Да ему нечего даже скидывать. Алло. Так, и что это? Что это за фотка? А я вижу, мне скрин уже кинули. Что это за фотка вообще? Ща, подождите, еще. Ща, подожди. ВЛС? Че ЛС? А, ВЛС вам типа кинул. Ты можешь опередить его и выложить сама в свою. Да, 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 да. Найс байт. Да я даже не знаю, какая фотка, блядь. Что я ничего не кидала, блядь. Наташ, ты видела? Наташ, ты видела, что он залил? Да, 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 попизди тоже, блядь. Наташ, ты посмотри, посмотри, что он залил, Наташ. Да, да. Ты сейчас серьезно? Да, 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 да. Да че вы меня байтите? Нахуй меня байтите, подожди, блядь. Наташа, подожди, скажи, пожалуйста, что ты все заранее знала. А меня ты успела заскринить? Да, это пиздец. Подожди, стой. Наташа, скажи, да пожалуйста, как? Что вы это... Да вы сейчас, Наташа, блядь, подожди. От него пришли меня и байтите. Типа, скажи ей, что Наташа, серьезно, Наташа, там какая-то фотка. Наташа, я тебе клянусь, я да, тебе да, говорю, да, что да. Меня никто не просил. Да, ты же знаешь, как я за тебя переживаю, котик мой. Что за фотка? Да какая разница, какая у нее жопа? Это нормально, что она искрила, Наташа, ты ебанутая? Ты Наташа, нахуя ты да вот такие фотки него... скинул? Да нет у него фоток никаких! Как ты могла такое? Я не могу, я просто не выбрала! Все, пизда. Да нету! Блять, что это за скрин даже? Я просто не понимаю. Что вот это за хуйня? Что вот это за хуйня? Я даже... Что, блять, откуда это вообще? Я понять не могу. Не, это не то, там другое было. Это не та фотка вообще. Я вам ничего не кидала, блин, нужно понять, какая это из всех фотопленки, блядь, из всех. Ну, покажи нам, что ты ему скидывала. Да я ему ничего не скидывала. Вать! Хорошо, хорошо. Если ты кидаешь мою жопу, я кидаю свой твой пенис. Ну, что сейчас таким лицом это говорит твой пенис. Он так еще громко сказал пенис. Пенис. Ладно, ладно. Все, он сейчас сам, он сейчас сам. Он сейчас сам сольет на тебя, перейди, блядь. Слушай, фруктоска, зачем ты свою жопу заливаешь? Да не, я потом удалю. Да я-то ничего не кидала, я-то ничего не кидала. А он? А он кидал. Нет, там-то ничего такого не было. Сейчас, блядь, а какая-то фотка-то, я даже понять не могу.